Житель Самары Максим Попов говорит, в Струковский сад приехал целенаправленно, чтобы сделать прививку. Из новостей узнал о том, что там можно будет пройти вакцинацию. Уверен, если все сделают прививки, вирус удастся победить. Ну, должно, я в это верю, что меня это защитит. Обязательно. В Самарской области продолжается вакцинация. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Для того, чтобы возник общественный иммунитет, нужно, чтобы прививку сделали 60% населения. Сформировав общий иммунитет, мы победим пандемию. С праздником, Самара! Перед вакцинацией врачи беседуют с пациентом, замеряют сатурацию, давление, проводят осмотр, выявляют, нет ли противопоказаний. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Мы ездим в Самару и выезжаем по разным точкам города Чапаевска. Могу сказать, что это создано для того, чтобы было удобно населению, рядом с домом, рядом с каким-то общественным местом, сделать быстро качественную прививку. И я думаю, что это многим нравится, особенно в Самаре, потому что, по словам пациентов, очень трудно в поликлинике выждать очередь. В этом плане вот я считаю, что наши пункты очень большую поддержку и помощь оказывают. Выбор в пользу своего здоровья принимает все больше людей. В регионе привились уже свыше 500 тысяч жителей области. Из них почти 390 тысяч завершили вакцинацию. Помимо передвижных мобильных пунктов, сделать прививку можно в районной поликлинике и в круглосуточном кабинете по адресу Мичурина, 125. Виктория Шарая, «События».